Всем привет, друзья, с вами Захар Куроль. Сегодня будем играть в Эпигес. Поехали. Нет, я сам пускаю. Вот так вот. Так, ну, вот так, что А, здесь тоже говорили, да? Ну, пускай он пройдет. Надеюсь, если пускай он будет пройдет. Пройдем будет. Пускай там две звезды будет. На, пускай так будет. На, пускай будет хе-хе-хе-хе-хе. А там. Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе. Да, здесь уровень такой нереально сложный сделали. Да, здесь уровень просто нереально сложный сделали. Чуть просто не хватило до финиша. Так, сейчас меня пройдут этот уровень и плюс потом. А вот я здесь и включился. Украинец. Так, опять это реклама. 1+1 канал. Что-то это украинская реклама. Так. Так, в следующий раз со мной пускай свинья поедет. В следующий раз свинья со мной поедет. Если на этом уровне есть я. Видите? Я со свинкой. Так, повторим это все сделаем. Давайте повторим. Так, вторая попытка. О! И поехали. Мы на три его прошли. Что говорят? Которые сорвали джекпот с нашим приложением. Вообще-то эта реклама меня не интересует. Мы ее пропустим сразу же. А, ну как бы так. Твои колеса прикольные. Так, звезда. Давай до меня. Так. Опять на три. Мы опять на три выпустим. Так, здесь тоже механика будем использовать. Но на некоторых уровнях мы будем его использовать, а на некоторых нет. А, ну так нет, надо. Ой, нужно еще повторить. Я не хочу его пройти на одну звезду. Захар Куроль не любит проходить уровни на одну звезду. Так, время пускай так себе будет. Так. Да, колеса здесь такими. Мы его на две прошли. На две монеты заработали. Так. Ну я могу сейчас на этом уровне сейчас сам это все это поставить.
дело построить. Как здесь вот эти колеса? Так, свинью сюда мы поместим. Давайте, наверное, на этом уровне я не буду использовать лучше механика. Я случайно нажал на биксибоксерский перчат. Ну, мы его прошли на думу, к сожалению. Но уровень все равно легкий был. Так, опять. О! Это какой-то военный самолет, чё ли? Знаете? Так, давайте, наверное, я предыдущий уровень постараюсь пройти на где-то на 3 звезды. Знаете, механика будем использовать для этого. Вот это. Это все? О, и не хватило. Давай еще на одну звездочку пройдем. Еще разочек. Это все. Это все. Чем вообще вот это? Я вообще не знаю как. Ладно, пускай на 2 будет. Так, здесь новую игру придумали. А когда я походу играл, этой игры не было, когда я играл. Ой, здесь времени нету. Выстрел. Нет, нужно вот так, просто так себе. Но мы его на одном прошли, потому что здесь... Так бы еще третью звезду заработать еще бы. Так, думаем какую-то тактину. А, нужно все... А, все понял, нужно как-то так для получения той коробки. Потому что я хочу даже ящик. Не получается у меня. Она это не так тянет. А вот я его и прошел. Короче, всем пока. С вами был Захар Куроль. Всем пока.